OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Сначала срочные новости. Одну из своих передач новогодних с Фегиным мы назвали «Груз 2024». Это аллюзия к фильму знаменитого «Груз 200». Вот там в центре маньяк-садист, капитан милиции, как же его фамилия, типа, я не знаю, что это, вот этот Жогин, как новый, там, или Жопин. Так вот, это же Путин законченный маньяк совершенно, он маньяк. Ну вот, последний вот, и вы правильно, мы с этой начали нашу передачу, вот всплеск этой его такой маньячной активности творческой в последние дни. Он невыгодное для России впечатление производит на мир. Вот я поделюсь своим впечатлением. Мало кто, наверное, смотрел, а я уж как раз уже меня назначили смотрящим по Вашингтону. Я тут и по Нью-Йорку немножко посмотрел. Я посмотрел вчера, это нет, 31-го, да, или 30-го, я уже забыл, заседание Совета Безопасности. Так. Было созванное вот этим гандоном Небезни. Да, вчера это, конечно, было, после взрывов там в Белгороде. Но оно было очень показательно. На меня большое впечатление произвело выступление всех 15 членов. Ну, понимаете, задача в Небезне была как бы сменить повестку дня вот об этом варварском обстреле 30 сентября и вот о украинской военщине по Белгороду ударила. Ну, два человека там, ну, такие псевдо, ну, квазисоюзники Украины, это ЮАР и Китай, ограничились буквально тремя фразами. Мы предупреждали, что эта война ведет к эскалации насилия, необходимо ее заканчивать. Все, точка. Ну, так, осуждение. Ни один человек не только не осуждал Украину по призыву, вообще не обсуждал эту тему. Остальные 13 участников, там включая, ну я уж не говорю о западных делегатах, но включая вот так называемый глобальный юг. Ну, например, очень достойно вел заседание председатель Эквадора. Не случайно, какие-то вот в Латинскую Америку ездил Зеленский, там, по-моему, он как раз с президентом Эквадора тоже встречался. Эквадор, Габон, Мозамбик, ну, казалось бы, такой глубокий, такой глубинный юг. Они все заканчивая своим выступлением. Виновен Путин, начавший войну. Единственный способ прекратить эту гибель мирного жителя и прекратить все эти страдания, и чтобы мы здесь не встречались по этому вопросу, закончить войну и вывести все войска на линию 1991 года. Это я еще раз я цитирую вот представителей так называемого глобального юга. Ну, Небезнин совершенно обоссанно сидел. На него с каким-то брезгливостью смотрели. Ну, как ты посмел вообще после того, что вчера происходило, вытащить что-то здесь, обсуждать и требовать осуждения Украины? Я думаю, что это очень, очень хорошая реакция международной общественности. Ну, все это, да сейчас уже дело-то идет о жизни и смерти государств, о жизни и смерти западной цивилизации. И уже наплевать на реакцию общественности, решает только принятие закона о 61 миллиарда долларов американских государств. Я думаю, что вот это заседание, оно благотворно подействовало на умы колеблющихся конгрессменов. Неприятное ощущение какого-то тотального поражения. Короче, ребята, всем привет. И что я вам имею сказать? Все вы уже слышали за ужасающую ситуацию в Белгороде. Просто невероятное количество желчи, грязи. Ну, в общем-то, все как обычно. Знаете, что я вот хочу сказать? Вот этих вот желчных и ненавистных ничто не учит и ничего не лечит. Как говорится, знаете кого, что и как исправит. Так вот, вы совсем недавно
кричали о Феодосии, а потом сопели в три дырки. Так вот, что я хочу сказать всем жителям Белгорода и жителям всей России: желаю мира, добра, тепла и богатой русской жизни. Знаете одно, победа только за нами. И правда за нами. Россия не будет действовать такими методами, которыми действуют 404. У нас все рассчитано, раздумано. Никто не пользуется эмоциями. Если бы пользовались бы эмоциями, были бы вы сейчас сектором газа. Вот. Поэтому новогодние канонады обеспечены. Так что те, кто радуется и разжигают все это, запасайтесь помидорами, огурцами и прочей кухонной утварью. Вот так вот. Всем адекватным людям желаю беречь себя и не поддаваться на провокации со стороны просто исключительных идиотов. И так или иначе, каждый понесет ответственность. Поэтому берегите. И еще, когда эти так называемые 404 пишут вот эти все страшные вещи, просто мне даже слова не поворачиваются это все произносить, а после называют себя мирными, выглядит это очень странно. Надеюсь, рано или поздно ваша кастрюля слетит, и последствия будут катастрофическими. Добра вам всем, тепла и богатой русской жизни. Белгород. Все будет хорошо. И победа только за нами. В Белгороде это пока еще Россия, обстрел и воздушная тревога. Не стоит думать, будто ВСУ решили отомстить за вчерашние атаки по Украине и бьют по частному сектору. Украина подобным не занимается. Если где-то в России взрываются города и гибнут мирные жители, горят машины, это значит, что ФСБ, МВД, Минобороны продолжают упражняться в том, чем занимались уже долгие годы. Еще раз напоминаю всем украинцам, если вам кто-то начинает капать на мозги, что вот она карма, или вот это ответственность за то, что вы сделали, это не так. В России взрывают, уничтожают и губят народ уже многие годы без какой-либо войны в Украине. И то, что сейчас русская армия решила обратить внимание на собственные территории, ничего нового. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.